Убежал из детской книжки со страницы 25. Белоснежа белый мишка по проспекту погулять. Никого не удивляет, что по улице зимой кто-то весело шагает в белой шубе меховой. Кто-то весело шагает в белой шубе меховой. Бывает, что мальчишки порой теряют книжки, а иногда бывает, девчонки их теряют. Но чтоб терялись мишки из интересной книжки, услышали впервые девчонки и мальчишки. Мишка взял себе билеты на две серии в кино. В перерыве съел в буфете 10 порций эскимо. 2 часа в метро катался, на катке играл в хоккей. И под вечер затерялся среди множества людей. И под вечер затерялся среди множества людей. Бывает, что мальчишки порой теряют книжки, а иногда бывает, девчонки их теряют. Открыта книжка, но нельзя ее читать, потому что белый мишка из нее ушел гулять. Если ты увидишь мишку, не забудь ему сказать, пусть вернется снова в книжку на страницу 25.